очень люблю своего папу тем, что он хороший, добрый, ну и что он так меня любит, что лучше моего папы никого не бывает. Еще у меня есть брат Коля. Конечно, он такой с чувством юмора, но пугает меня иногда. У него такое видео прикольное есть в Ютубе, мне оно очень нравится. Но я решила тоже стать нормальным человеком, то снимала какую-то, терялась в видео. Но здесь я хочу вам рассказать о своих родственниках. Моя мама, она красива тем, что она меня тоже любит, она меня оберегает, кормит. Вообще именно, чтобы я кушала без папы. Но так вот получилось. Мой брат, конечно, тем хорош, у него есть машина Infiniti. Папа мой хороший, красивый и солидный. Он никогда не бывает таким злым. Я, конечно, иногда его не слушаюсь, но иногда бывает так, что получается, что нервничаю, психую. Ну, вот если быть нормальным человеком, говорить правду, глаза в глаза, ну, тогда будет все хорошо. Вы всегда слушайте своих родителей, не кидайте их в сложной беде, помогайте им. Ну, это мои слова для детей, тех, какие не слушают своих родителей. Ну, как раз надо так устать. Я вам хочу кое-что рассказать. Это в качестве моей новой жизни. У меня есть... Мы с тобой одна семья. Ты и он, и я, и ты. Я хочу сказать папе, ты хороший. Брату, ты смешной. А маме, ты красавица. И всем я хочу сказать, что вы все такие хорошие. Все люди должны быть хорошими. Никогда вы не ставите их такими плохими. Лучше вам быть всегда хорошими. Потому что я уверена, что все люди в мире хорошие. Никогда никого такого злого. Я очень люблю папу и Колю, брата своего. Он у меня самый лучший брат в мире. Он такой хороший. Умеет придумать повод, как развеселить человека. Так что я хотела бы всем сказать, сестрам, братьям, только они любили своих братов и сестр. Спасибо, что послушали меня. Мне стало легче. До свидания, до скорой встречи. В следующем видео я расскажу вам, как вас себя вести в зале и за столом. До свидания.